Так, ладненько, поехали. Если что, это вторая серия записывается. Но если что, их объединим, поэтому... Игра вообще-то не очень так большая, поэтому... Кто его знает, насколько она выйдет. Так, ладно, сюда я не могу пойти. Сюда я подняться тоже не могу. А, это у нас театр. Так, сюда не забраться. Я тебя понял. Да ладно. Чувствуется, мне нужно сейчас сюда вот так сделать. Давайте сначала с этой стороны залезем. Ага, это закрыто. Значит, сюда. Хм, прикольно. А ну-ка, стоять. Привет. Змея. Так, ладно, поехали. Что-то как-то тут слишком заумно. Не шарю. Стой, скорее всего, это с этой, да, стороны? Нет, нифига. Только либо туда, либо сюда. Так, ну здесь мы змею нашли. Ты не работаешь, как я понимаю, да? Ладно, значит, это вставляем сюда. Так, энергия просачивается через все это и сюда, как я понимаю, да, поверху. Да. Так, зеркала. Так, ладно, мне не сюда. Погнали мы внутрь. Я не понимаю смысл лифта. Типа, что он мне дает? Он мне ничего не дает лифт. Вообще он сразу тогда не высунулась. Странно. Лампочка. Так, я понимаю, что мне только... А мне никуда, блядь, нельзя уже. Так, ладненько.
я проиграл, да? До какого момента я проиграл? А, нормально. Значит, мне нужно что-то. Что-то для чего-то. Может, где-то тут что-то... А, нет, хера нет. Ой, начинается... Начинается непонятное. Куда идти? Зачем идти? Блин, я просто больше не понимаю, для чего мне что нужно. Ладно, с этой стороны можно забыть. Здесь что? Здесь тоже у меня ничего нету. Мне нужна либо маска, либо еще какая-то херовина. А, блин, это что-то, чтобы засовываться, ладно. Может быть, мне ворота открылись наружные? Нет. Змея нет, это нет. Здесь только подняться и все. Вот, я это об таком вот говорил, что пипец, я не буду что делать. Может, у меня здесь вот эти ворота открываются? Подождите, давайте я точно посмотрю. Где-то что-то открывается. Я не знаю, что. Вот какое-то устройство есть сверху. Но тоже не понимаю. Так, сюда я забраться не могу. Тут я тоже забраться никуда не могу. Он просто об стенку не дергается. Ладно, давайте я приостановлю и поищу что-то. Короче, я походил, походил, нихера. Я, короче, прочел одну вещь. Оказывается, нужно заюзать часы вот так. Потом нажать и назад. Откуда я мог знать? Я вижу, там сзади ничего нету. Я не думал, что можно назад еще лететь. Пипец. Ну и, короче, как-то так. Так. И змею. Все, ребят. Все. Ай, боже мой. Да, это нужно было... Откуда я мог догадаться, что мне нужно было назад? Я ж не видел, что там есть что-то, нету. Да уж.
Вот единственный, наверное, момент, у которого, у которых, у всех встал вопрос, как пройти данное место. Я тоже в маске, как и вы. Так, вот теперь мы можем заюзать рычаг. Готово. Это я мог знать. Ничего не изменилось. Ну, поехали дальше. Да, походу, на две серии выйдет все-таки у меня. Так, вторая часть с поездом. Здесь прохода нету. Ну, тоже тут поезда. Ого. Как он скачет. Что здесь у нас? Изолента. Подожди, мы начали двигаться? Да. Так, второе купе. Вау, вау, вау. Назад я тоже не могу. Ну, а здесь снова этот парень. Барная стойка. Так, стой, давайте, наверное, назад будем все по очереди делать. Так, сюда нужно что-то скинуть. Хорошо. Изолента. Нужен какой-то ключ, изолента. Не знаю что. Багаж какой-то. Ага. Наперед можно? Нет, только сюда. Я еще и на потолок могу залезть. Хорошо. Что это? Восьмиугольная панель какая-то. Угу. Какая-то восьмиугольная панелька. Опа. Ключ от шкафа. Готово. Ключик. Молоток. Штопор. Так, обратно же я могу, да, по вагончикам? Я не помню, там, кажется, у нас больше ничего не было. Так, там рычаг. Поехали тогда сюда. Давайте штопор. Значит, тут ничего не подходит. Идем дальше. Ага. Ага. Изолента. А, все, понял. Ч
Сейчас мы что придумаем, подождите. Так. 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 Ага. Нифига. А, блин. Я путаю. Да блин. Так, это не варик. Нижнюю трогаем. И это, да, не варик. Ага. Хорошо. Это. Вот этот подойдет. Блин, просто я путаюсь, если хочу поменять влево или вправо, но, блин, я понимаю, что каждая одна кнопка отвечает только за одну вещь. Игрушечное пианино. Ну-ка, полетели, полетели, полетели. Кажется, сюда нужно либо пианино засунуть в печку. Не, пианино вам туда нужно. Вот сюда вот пианино нужно. И... Ого. Так, подождите, я понял, что мне сюда идти. А если я до конца до поезда добегу? Ведь у меня еще штопор есть. Я просто не понимаю, где здесь выход. Штопор. Странно. Получается, нифига нету, да? Блин, или туда все-таки сходим? Это моменты такие. Тихо, 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 тихо. О! А, я понял, короче, что мне сюда все-таки идти. Поэтому я возвращаюсь в пещеру по фасту. Ну что, здесь у нас есть. А, здесь мне придется провода трогать. Ладно, плевать. Полетели в место, где я его сломал. Может быть, там будет просто секретка, либо там нужный предмет, который мне нужен все-таки. Там какие-то посторонние звуки, я слышу, это точно. Это бабулька, ладно. Мне нужно шифтить. А как мне тогда?
Типа по звукам нужно определить. Пошла вон. А, динамит. Я найти динамит. Моя взорвать что-то. Моя пойти в печку и вкинуть это в печку. Что произошел бум? Да? Нет. Нет, оказывается. Типа ток должен через меня проходить или как? Да. Фига себе. Я запорол, да? А где он был? Так, подожди, здесь есть провода? Да, здесь есть провод финальный. Он идет типа сюда. А как мне сюда-то? Блин, мне как-то нужно ворота получается закрыть. И что я не шарю. А вот оно где. Нам давай пробовать снова. Это долгий процесс на самом деле. Блять, тут еще динамит нужно было поджечь. Хорошо, что я успел увидеть это. Манати бы сейчас сглупил на самом деле. Прикиньте, не поставить бомбу. Тогда идет просто. Херай, Человек-паук. Ради угля. Зачем только мне уголь? Зачем мне нужен?
Бель. Вот такие вот мне игры нравятся. То есть, да, есть элемент хоррора, но они не страшны. То есть, не, есть... Я знаю, в какую можно сыграть еще. Про девочку в капюшоне, как она? Little Night, да? Или... Да, Little Night, кажется. Так, давай я печку пойду подброшу. И побежим дальше. Я сейчас печку подброшу, блядь, и выигрываю. А мне еще и поджечь нужно. Ну ладно. Но это, скорее всего, вот это второе, что я сделал. Не, вот это сейчас прикольный момент сделан, но знаете, я ни хера не вижу. Давай. Стрёмно, стрёмно. Блять, нахуй я рычаг нажимал. Давай, по идее, доехал уже. О, сусеть. Сусеть бубуль. Ну, это, знаете, тоже такой моментик, типа, где тебя напрягают. Напряжный момент. Так, ну, уголь нам, в принципе, нужен. Здесь именно зажигалка. Уголь поджечь, закрыть. Только я не знаю, только куда дальше бежать. А-а-а. Теперь ясно. Сейчас что произойдет, да? А нет. Смотрите, уже 29 минут, в принципе. Ну, блин, я не знаю. Эту серию, в принципе, закончим. Да, в принципе, тут уже конец скоро. Сейчас 6 глава, да? Не. Игра сохранена. 6 глава. А, тут еще есть одна. Ну, скорее всего, это финалка, типа как стартовая была серия. Давайте ляжем поспать, посмотрим. Я говорю, если вдруг что, я... Ты ж ё-мо. Агрессив. Кажется, по идее, это последняя. Это больница у нас. Если что, да, я, скорее всего, сделаю... Две серии? Эй! Вы офигели? Ты что, за вами бегать должен? Бабулька. Опять этот парень. Так, сюда мне что нужно? С
Сюда мне тоже что-то нужно. Ух ты ж, ебать. Доска. Шарик нужен. Доска. Вон туда сейчас спущусь. Компас. Так. Сейчас мы быстро компас используем. Нет, ладно. Тогда мы компас не используем. В смысле, не сюда тоже? Не понял. Ладно, возвращаемся. Нифига не пойму. Но сюда по-любому просто две ноги нужно принести. Да, они не поедут без ног. Значит, давайте вращать, пока мы не откроем. Пока мы не откроем, мне нужное. Здесь точно ничего нету? Здесь ничего нету. Только сюда. Где у нас еще что-то было? Какая-то фигня происходит. Подумаем, может еще назад можно? Нет. Странно. Странно. Вот это вот то, что я типа закрыл-открыл, смысла нету. А нет, есть. Стойте. А, стойте, как я пойду по стенке? Или тут можно? Блин, тут по стенке можно было идти. Я понял, до свидания. Сейчас приду. Сейчас я сюда к вам приду. Походу мне к сюда, да, нужно? Чумной доктор. Тихо, я. Тихо, я иду. Тебя я. Убегу. До свидания. Тут тоже чего-то не хватает. А, плевать, побежали обратно. Со всех ног. Стоп,
сразу. Давай. Сюда сделаю проход. А что здесь у нас было? Фу-у-у! Фу-у-у. Минус сердце, блядь. Стой. А, то есть мне нужно... Подожди. Ну это на самом деле просто. Это выход, да? Если я сделал. Ну, давайте сюда пройдем, попытаемся. Он просто дует, да, короче, двигается с помощью этого. А для чего это я делаю? Если я спрыгну, он нападет? Думаю, нет. Не-не, верни ключ. Бля, он меня носом ударил. Так, ключ нормальный ж? Ключ нормальный. Точно? Давайте я точно проверю. Да, нормальный. Он близко! А, то есть... А так он у меня уже есть все. Давай шустрее. Мать, то есть он специально стоял, ждал меня, да, пока я, типа... Вот, теперь он начал двигаться. Задание. Теперь возвращаем сюда. И я понимаю, что это не так сделано. Ё-моё. Ладно, погнали. Я думаю, на выход. А. Прикольно. А это еще, оказывается, не выход. Давайте я быстро тогда ключ сделаю и вернусь. Так, ключ, короче, я сделал. И теперь я возвращаюсь обратно. Сейчас он поиграет на своем инструменте. И мы пробежим.
свидания. Так, тут слишком темно. Блять, мне ж ноги нужны, точно. Я что-то забыл про это. Так. Нужно с этой стороны начинать делать. Два, да, их. Давайте через верх, ладно. Тоже неплохо. Готово. А, коляска наверху тебе. Мальчик. Так, ну это у нас морг. Это намек на то, что мы дохлые, да? Каев. Каев. Где бабулька? Я бабуля, ты где? Ладно, у нас только нагадная есть, и все. Больше у нас вообще ни хера нету. Поэтому мы с вами идем наверх. Мы идем с вами наверх. Если не ошибаюсь, здесь, да, у нас еще какая-то головоломка была. Вот это вот головоломка. А, у меня ж нихера нету, точно. Блин, а что мне делать, если тут нечего? Ничего больше нет. Тут больше ничего нету. Это никак не изменилось, да? Давайте. Попытаюсь понять. Нет, там у нас тоже, да, ничего нету. А что у нас ключ открывает? Подождите, я что-то забыл. Проход сюда. О. Пацанчик сбежал. Бабульки тоже здесь нету. В морге тоже нихера нету. Давайте я выключу. Мы с вами... Короче, давайте поищу и потом продолжим. Ладно, давайте, значит, лучше здесь. Мало ли тут что-то все-таки есть, а я... Но это не шаталось, да, до этого? Фиг его знает, блядь. Если обратно бежать к этому, который там на органе играет, ну то жопа.
Точно тут больше ничего нету. А, смотрите, точно, я вспомнил. Или это... А, это проход закрывает. Или тут тоже закрывается, нет. А ну-ка, могу я здесь где-то пойти по стенке? А, тут трубы. Значит, уже не могу пойти. Ну, тогда фиг знает. Так, ладненько, я тут кое-что нашел. Смотрите, здесь тоже можно по потолку ходить. Здесь есть проход. А, здесь секретка. Я-то думал, что я что-то тоже нашел, оказывается, нет. Блять, тут тоже можно взаимодействовать. Здесь можно открутить болт. Только после этого я задамся вопросом. А куда мне этот болт теперь девать? А-а-а. Ясно, понятно. Тут. Круто. Так, а теперь готово. А, стой, мне ж нужно наверх, точно, это не туда. Сюда, это вот сюда. Только мне интересно, куда эта старушенция делась. Ключик. Ага. КФ. И... Что дальше? Что мне дальше делать? А-а-а. Все понятненько. Привет. Вот ты где. А теперь выбираемся отсюда и идем ставить на лифт. Ногу на лифт. Ногу на лифт. Чувствуется мне сейчас... За мной либо погоня будет, либо эта бабка. Что я ее... Она... Ой-ой-ой. Да-да. Ладно, мы куда-то поднимаемся. Опа, теперь мы опускаемся.
сейчас начинается, как я понял, последняя, да, часть? Нормально? Я понял. Пока. Ну все равно, что тут не проедет. Ой! Я понял, до свидания, до свидания, до свидания, до свидания, до свидания. Везде, мам. Прекратите. Они уже просто атакуют меня. Уи! Просто беги, просто беги, просто беги, не останавливайся. Так, ладно. Я понял, я понял. Ни хера она там ускорилась. Давай, 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 давай! Она ж не достанет меня, надеюсь! А чё такое, все? Ну гуляй. Ой, блю, 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 блю! Ё-моё! А, здесь я немного не понял. Смотри, я что-то не врубился. Ну здесь ладно, здесь нужно загреть, чтобы она начала падать, отойти, залезть. Понимаете, просто в последний момент я успеваю. Как она, блядь, через... Потом начала обрушиваться пол, да, как я понял? Что-то не врубаюсь. А прыгать я почему-то не может. Почему-то не может. Тихо знает его почему. Давайте дойду до момента, когда начинает отваливаться. Медленно, медленно бежишь! А, то есть мне нужно было к ней побежать. Хера себе. Не, вот это было на самом деле... Блин, такая она меня схватит, нет? Я сейчас покажу, о чем я. Блять, опять. Нужно запомнить их, в какой моменте она падает. Или можно просто не бежать. А хотя бежать по-любому нужно, чтобы падать начало. Не дошел до конца. Нужно было к скелету подойти. Хоп. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Нужно будет... Блин, Лимба не очень интересная на самом игре игра. А вот Inside,
сайт можно будет еще сломать. Он сейчас за мной поедет? Нет. Отдыхай. Так, а это что новенькое? Это походу та, которая меня преследовала, да? А, это... Это с фонарем? Нет, а это, мужик, ё-моё! Зацепись, пожалуйста. Меня все равно не догонишь. Все, видишь? Просто не останавливаться, просто бежать. Так, начинает падать мост. Опять этот парниша. На самом деле, есть теория об этой игре, что парень в коме. То, что этот пацан в мешке, это он в молодости. Просто не помнит, как быть здоровым, он, походу, сильно больной. Да, он и сейчас, типа, при смерти, скорее всего, в коме. Мы находимся у него в голове, это доказывают шестеренки. А все враги это больные, либо медперсонал. А данная ситуация, что сейчас происходит, это как мы были будто в лимбо, знаете, с вами, все такое, мы с вами погибли. Наш с вами жизненный путь разорвался, то есть нам уже не вернуться обратно. И вот это, что сейчас происходит, это перерождение. Типа только что как будто вагина открылась и родился младенец. Перерождение. Да. Все? В принципе, да, у нас вышло на 2 серии. Ну, я могу, понятно, сделать на их еще на 3-ю серию, но... Эй, я не буду заниматься херней. И так нормально. Поэтому... Что можно сказать об игре? Игра коротенькая. А мне интересно секретные эти. То, что я пособирал. Что оно дает. Ладно, не суть. Игра коротенькая. На 2 часа, если не тупить. Если, так, знаете, тупить и все такое тут, типа, делать. Если не тупить, то можно, в принципе, игру пройти за час. За 1:20, где-то так. Другой момент есть. Есть потаенный смысл, то есть в игре, да, то есть мы это видим не напрямую, типа по сюжету, потому что тут сюжета, считай, почти нету, а за счет окружения. Повторяюсь, это тот же Лимбо, тот же Инсайт можно отнести. Может даже Little Night, вот эту игру, тоже можно отнести. Ну там, скорее всего, более такой сюжет. А, музыка, атмосфера, скримаки, необычная вообще игра в плане платформинг. Ну, блядь, это ж не платформинг, а именно передвижение, как мы меняем вот это внешний вид игры, да, то есть крутим комнаты, передвигаемся с первого плана на второй план, либо просто, где вот это, когда мы крутили, да, где бабка это на коляске, в поезде. Когда мы должны были разгадать ребусы. Ребусы, ну, не очень сложные. На самом деле, вот только единственное, что я не мог догадаться, это момент, связанный с маской. То есть, да, я видел, что туда был свет направлен, но я думал, типа, знаете, это куда-то по проводам, туда за стенкой, там, чу-чу-чу-чу. Оказывается, нет. Оказывается, назад можно было двигаться. Ну, откуда это я мог знать? Поэтому как-то так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, до следующих игр. Всем пока.